Делюсь рецептом, как приготовить постный пудинг. Для его приготовления потребуется всего два ингредиента – темный шоколад и аквафаба, жидкость от консервированного нута или фасоли. Получается легкий воздушный пудинг, который понравится всем любителям шоколадного вкуса. В этом рецепте важно соблюдать последовательность. Не используйте горячий шоколад, дайте ему немного остыть, пока взбиваете аквафабу. Не смешивайте шоколад и аквафабу миксером, иначе он так и останется жидким. Подготовьте все ингредиенты. Растопите шоколад на водяной бане. Миксером на высокой скорости взбейте аквафабу до мягких пиков. Это займет примерно 5-10 минут.